знаете. Как оказались здесь, тоже не знаете. Богу привет. Лицо камня. Просто там кто-то сидит и держит, по-моему. Не сообщайте никому пин-код и сведения, написанные на вашей банковской карте. Ни один банк не будет спрашивать у вас эти реквизиты по телефону. Для зачисления средств на ваш счет достаточно лишь 16-значного номера, который указан на лицевой стороне карты. Не используйте карты с основным своим финансовым капиталом для оплаты в сети интернет. Никогда не храните пин-код рядом с банковской картой. Если вы потеряли карту или имеются основания полагать, что третьи лица узнали ее реквизиты, обратитесь в банк и заблокируйте ее. Не рекомендуется входить в интернет-банк с чужих компьютеров или из публичных незащищенных сетей Wi-Fi. На личном компьютере, смартфоне, планшете установите антивирусное программное обеспечение и своевременно его обновляйте. Не скачивайте файлы из непроверенных источников, файлообменные сервисы, социальные сети. Не переходите на информационные ресурсы по ссылкам, полученным от сомнительных источников. Не открывайте файлы из подозрительной электронной почты.